Всем привет! Это мое первое видео, и я сейчас, я вот понастанавливал модов и буду вот на видео смотреть, какие. Вот я загрузился, сейчас вот есть. Вот у меня тут есть мод на сильные трастеры. Я сейчас буду просто показывать, какие моды у меня есть. И поиграю с ними. У меня тут много модов. Я, можно сказать, не читал какие. Вот я нашел. У меня есть мод на гравитацию. Ее можно отключить. Также я, у меня тут много модов, я нашел мод на, можно сказать, вентилятор. Вот такие вот штуки. Раз. Два. Сюда кнопки и вот эти вот, и вот к этим кнопкам подсоединю вот эти вот вентиляторы, буду их так называть, и подсоединяю эту кнопку к сиденью. Я убираю с подъем, не убираю с подъемника и пробую. Как понимаю, он должен парить. Сейчас я попробую подсоединить трастер. Левел 5, левел 4, левел 3, левел 2. Ну вот тут есть обычный трастер. Он есть без модов. Я поставлю его сюда. И также всем и провожу такую же операцию с ним. Включаю двигатель и включаю трастер. Он у меня парит, но трастер слабоват. Так. Он даже... Я вот сейчас доделаю, знаете, он, по-моему, даже мой вентиляторник не пытается парить. Сейчас я поставлю еще трастер. Ну не трастер, а вот эти ключи. Ну, он работает. Сейчас не помешало бы добавить тяжести и что-нибудь такое тяжелое. Так, просто добавлю блоков. Я в этих модах не разбираюсь особо, но я постараюсь что-то сделать. У меня тут еще есть мод на сильные трастеры, который позволяет мне улетать далеко. И надолго. И у меня много модов. Слышу.
буду. Вот я переверну, сейчас добавлю блоков, чтобы его утяжелить. Подсказывает, что он даже не сможет взлететь из-за тяжести. Ну да. Тогда я сейчас просто добавлю еще две штуки. Только мне их нужно поставить правильно. Надо их подсоединить. Врубаю, и ничего не происходит. Значит, придется еще добавить тяги. Для этого я добавлю. А у меня тут что ли не получится добавить? Ладно, ну раз уж у меня хотя все получается. Добавлю еще 4 трастера. Или вентилятора. И тоже подключу их к той же кнопке. Еще трастеров. Так, я выключу всю эту шумиху. Странно. Ладно. Ну тогда я покажу вам другой мод, если этот не работает. Вот у меня есть мод на гравитацию, он просто отключает гравитацию. И сейчас я поищу еще что-нибудь интересное. Ну, я нашел. У меня есть мод на оружие. Сейчас я тоже буду его тестировать. Вот есть гранатомет, как я понимаю. Есть еще большая пушка и огнемет. Беру еще огнемет. Почему-то не работает. Может быть, надо просто взять вот этот. Хотя этот вроде отличается просто тем, что он большой. Ладно. Пробуем посмотреть на пушку. Странно.
не работает. Ладно. У меня тут есть очень мощный двигатель. Все фигни. Это тоже на гравитацию. Ну, потому что это только объект. Одному объекту не дает отключать гравитацию. Ну, это... Это что-то новое. Это необычный. А, я-то думал, почему у меня не работает, потому что у меня все стоит на этом, на подъемнике. Еще есть вот такое. Это, как понимаю, более мощный выстрел. Да, Леня. Как посмотрю, что вот это. Это тоже не такая интересная. Вот это вот уже должно быть интереснее. Не работает. А что насчет вот этого? Это тоже не работает. Странно, очень странно. Ну, в общем-то, больше интересных модов я у себя не нашел. Да и сейчас не вижу. Но. Еще таки мне интересно, что вот это вот за штука. А, так это прицел. Или просто фотик. Какая-то непонятная штука. Ну, ладно. Я на этом закончу. Так что, всем пока.